There's no need for you to rush. There's no need for you to think, requiring only that you obey. Experiment log 307. Loading test subject. Destruction program starts in 3, 2, 1. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Мы сегодня посмотрим еще один раннер на Android, который называется Vector 2. Первую часть я не стал смотреть, начал сразу со второй. И это у нас, я так понимаю, сейчас обучение. Кстати, игрушка от компании Neki, которая сделала Shadow Fight. Так, свайп, понятно. Свайп. Ребят, мне, наверное, нужно переключить кнопочки, и я так припарюсь кликать. Но, тем не менее, пока мы бежим с вами, чтобы ускориться. Ага. Ну, прямо вылитые черты Shadow Fight 2. Тот же самый теневой персонаж. Ну, немножко, конечно, угловатый, но все-таки. Пока ничего сложного нету. Перепрыгиваем мы всякие преграды. Уклоняемся. Как говорится, делаем кульбиты. Своего рода это паркурщик какой-то. Отлично. Пролог. Диагностика. Оповещение. Добро пожаловать в лабораторию Объект 01. Ваше участие в эксперименте обязательно. Понятно. Задание выполнено. Диагностика. Базовый протокол забрать. Начнем с базового протокола. Он открывает доступ к первому этажу лаборатории и предоставляет базовую защиту. Изучи свое снаряжение. Ну, давай посмотрим. Базовый протокол, да? Бежать с первого этажа. Фирменная куртка. Защищает от лазеров. Сборщик данных. Награду получили. Броня может защитить тебя в лаборатории, но гораздо больше пользы ты получишь, если научишься ее улучшать. Так, найти и улучшить, да? Ну, давайте нажмем. Нас пока здесь обучают. Вау. Че, я все улучшился, что ли? Подопытный 2 активирован, главное. Значит, нас тут будет очень много. Хорошо. Вау. Круто, ребята. Так, тихо. Неизвестный трюк. Так, тихонько перепрыгиваем. Блин, везде лазеры. Ой-ой-ой. Ну, смотрите, а, у нас тратится броня, ребята. Броня тратится, и я так понимаю, если еще разок мы напоримся, мы... Ай, все, нет у меня брони больше. Не дай боже напороться мне на... Ах, я прошел. Ну что же, твои навыки помогли тебе разработать ранг. В награду за ранги ты получаешь заряды и возможность улучшать снаряжение в мастерской. Надеть. Надеть что? А, вот оно как. Ёлки-палки, ничего себе, ты улучшил броню. Теперь изучи ее новые возможности. Проведи испытание своей улучшенной брони. 2 бустерпака. Ух. Я-то думал, что здесь будет такой, знаете, просто бежишь, а тут еще улучшать можно всякие себе броники. Я так понимаю, бег, трюки учить, естественно. Так, отлично, пока все хорошо. Что-то у нас какая-то броня слабенькая, всего лишь одна попытка наступить на лазер. Так, отлично, пока все хорошо. Ну, вы сами понимаете, ребята, это первые уровни. Может быть, даже еще до сих пор обучение идет. Так. Ой, подопытный уничтожен. А откуда я мог знать? Смерть это не конец, хотя твое старое снаряжение и ранг потеряны. Терминал перенесет твое сознание в нового клона. Перед этим ты сможешь изучить новые апгрейды и трюки. А, ну видимо это так и специально должно было быть. Хорошо, продолжаем. Ты получил бустер пак. Это еще один способ получить апгрейды и трюки. Давай откроем их. Ну давай откроем. Я, ребят, больше тут изучаю, чем играю. 40 ценностей токенов на 6 секунд. Притягивает предметы в радиусе 3 метра. И чтобы завершить эксперимент, тебе понадобятся новые протоколы. Пробеги как минимум 2 этажа, чтобы получить стандартный протокол. Ух, ё-моё.
Два этажа мне нужно пробежать. И буду начинать с первого, что ли? Ну, давай откроем еще бустерпак. Что у нас тут? Магнитный манипулятор, улучшенный сборщик данных и взлом эффектности. Что, к чему и почему я, ребята? Апгрейд брони. Что это? Я не знаю. Ага. Улучшили магнит, да? В радиусе 4 метров теперь будем притягивать. Так, это у нас 7 ценностей токенов. Ёлки-палки, вот тебе и футуристический, как говорится, раннер. Действительно, тут замудрили, не все так просто, трюки. Осталось открыть один. Буст. А, он всего лишь на время? На 60 минут, то есть на час получается. Тест выносливый, тут еще и тесты всякие, ё-моё. Не все так просто. Ну что ж, давайте сделаем очередной забег. Опа. Так, тут надо перепрыгивать. Это что такое? Не знаю, замочек висит. Что-то, видимо, нужно было сделать, но у меня этого нету. Ну, лазеры, в принципе, легко. Перепрыгнуть там их, обижать, пригнуться, уклониться. Это все ладно. Самое сложное... Ага, о, подставочки какие-то. Тихо, 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 все-таки задело, да? Ай-яй-яй. Так, ну что, первый этаж мы пробежали. Можно сказать, хорошо. Что-то заработали себе, непонятно что. Это миссии, которые ты получаешь на каждом этаже. Выполняй их, чтобы получить дополнительные очки, а также награды за следующий забег. То есть, ребят, до сих пор еще идет обучение, оказывается. Продолжить, надеть. Чего надеть? Ага, магнит надели, и вот это можно надеть. Все, отлично. Интересно, а броню можно будет себе как-то... другую там найти, у которой больше ячеек или нет, или это стандартная, просто будем ее улучшать. Ой! Ой-ой-ой, вот это... Что это тут такое? Что... Что надо вообще сделать было сейчас? Я не понял. Все двигается, всякие платформочки передвигаются. Так, тихонько. Так, тут надо перепрыгнуть. Отлично, пока все отлично у нас идет. Так, тут надо забираться. Боюсь, я... Ага, я так и думал, что там что-то будет. Так, тихо-тихо-тихо. Опа, она, вот она, мина красная. Дайте мне пробежать второй этаж. У меня брони осталось очень мало. Буквально на одно повреждение. Получил непонятно что. Да, и я пробегаю. Причем довольно хорошо. Ну, давайте мне мою заслуженную награду. Хорош тут жадничать. Трюки-трюки, трюков ноль. Ни того, ни того. Так, я достиг третьего этажа. Ну, и что дальше? Надеть. Ага, поменять, значит, да? Адреналиновый выброс. И главное, не написано. А, вон. Зачем мне все это? Ценность токенов. Так, достижение я получил какое-то. Начинаем с третьего этажа. Так, мина. Ой-ой-ой, тут еще одна мина, ребят. Так, лазер. Неизвестный трюк. Так понятно, неизвестный. Как мне их найти? Где бы мне их изучить? И как они вообще делаются? Вот в чем вся суть. Так, забираемся, забираемся. Тихо, тихо, лазер здесь, да? Ага, успели мы. Неизвестный трюк. Так... О, тихо, тихо. О, отлично. Ё-моё, я же думал сейчас... А это что? Оу, щет. Ребята, я просто... Офигеть, тут такая скорость, тут еще надо все успевать. Камера отдаляется, приближается. Сложновато, лазер, только не появись. О, отлично, все. А тут такая, тихонько. Ребят, просто. Просто обалдеть. Тихо, тихо, что ж ты делаешь-то? И дурила ты деревянная. Это награда на следующий забег, за который ты сможешь получить, зарабатывая звезды. Понятно. Исследователь, аварийные заряды какие-то. Всего тут много, конечно, ребята, замудрено. Тут надо во всем в этом разбираться, причем досконально. Все это с плюс 40, потом плюс 40% на 6 секунд, на 7 секунд. Все это для чего-то нужно. Третий этаж. Глава 1. Лаборатория. Все, что ли? Обучение закончилось?
По ходу дела, да. Задание успешно завершено. Теперь ты можешь начинать бежать с третьего этажа. А также взломать эту консоль было непросто. Так что слушай внимательно. Отсюда есть выход, и я помогу тебе найти его. Я свяжусь с тобой снова, когда ты получишь улучшенный протокол. Теперь беги. Взломанная консоль. Ладно, давайте дальше. Целью данного эксперимента это значит, что для того, чтобы получить улучшенный протокол, ты должен достигнуть 5-го ранга. Исследуй и комбинируй апгрейды, чтобы получить больше рангов. Вот даже как. Новое задание, контакт. Набери 5-й ранг в забеге. Ага, Shadow Fight 3 рекламирует свой продукт. Ну, давай попробуем что-нибудь улучшить здесь, смотрите-ка. Осталось 7 открыть. Надеюсь, я все правильно делаю. Больше у меня, по крайней мере, не было там никакого выбора. Бустеров у меня нету, этого нету, все тут пусто. Я так понимаю, нам нужно бежать. С третьего этажа мы начинаем, да? О, смотрите, ребят, у меня ботинки. Ну, я думаю, что так будет лучше. Я все расставил на кнопочки. Попробуем, как говорится. А то как-то мышкой мне не айс управлять. Отлично. Тихо-тихо, Лазар. Блин, да какого лешего ты появился там, а? Как я боюсь этих прыжков. Прыгаешь, как говорится, в неизвестность. Что там тебя впереди ожидает? Черт его знает. Как вот эти трюки делать? А, сделал я все-таки трюк-то. Так, тихонько здесь перекатываемся. Прыжок. Ух. Врезался, блин. Платформы постоянно двигаются. Так хотят меня куда-то. А это что такое? Проход закрыт. Что? А как я здесь, ребят? Извините. Ой, ай. Опачки. Каждая монетка приносит на 5 больше токенов. Слушайте, а как интересно я там должен был пробежать, а? Фига там стена лазеров плюс мины. Через защитные зоны вроде этой обычно есть безопасный проход, который можно открыть специальными ключами. Тебе нужно найти один из них, чтобы преодолеть третий этаж. Найди и используй ключ. Так, хорошо. А где я его найду-то? Вот меня что больше интересует. Хорошо, что начинаем с третьего этажа. Это уже плюс. Побежали тогда. Ключ, ключ. И вроде бы я пока не видел никаких ключей здесь. Так. Точно, ребята, мы играем с вами за какого-то паркурщика, который хочет сбежать с лаборатории. И, естественно, для этого ему нужны всякие тут. О, что-то подобрал. Это, наверное, и есть ключ. Но ведь раньше его почему-то не было. Так, опять я врезался. Тихо, 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 тихо. Ой! Блин, да как же так-то? Ну-ка проверим. Да, смотрите-ка, дешифровка. Есть. Мина. Опять лазер. Пока все хорошо у нас идет. Даже... Оу, мы перемещаемся с вами на четвертый этаж. Ведь так? По-моему, да. Лучший результат ранг 2. Оповещение. Тебе нравится Вектор 2? Ну, напишем так, потому что иначе они меня замучают потом. Так, надеваем. Ну и это тогда... А, тут либо-либо, да? Ну, давайте желтую. Я думаю, что это лучший будет вариант. Апгрейд ботинок можно сделать. Ага, нельзя. Надо что-то, видимо, покупать или приобретать. Или открывать бустер-паки, которых у нас нет пока. Этаж четвертый, да, все правильно, ребята. Тут еще, видите, перчатки, шлем. В общем, все полностью будет снаряжение. Соответственно, у нас будет больше брони. Вау, у меня уже на ботинках 3 защиты, на броне 2. То есть в общей сложности 5. Это хорошо. Но я думаю, что на мини это не поможет, если мы на нее напоримся. Ай! Смотрите-ка, помогло. Просто лишь сняла одну защиту. Это уже плюс. Блин, как этот трюк-то там надо было сделать? Я не знаю, ребят. Так, отлично, отлично. Все у нас пока хорошо. Опять мину. Мне тут подстроить хотели. Слушайте, довольно неплохо мы бежим. Собираем с вами монетки. Или это не монетки, так что я уже забыл. Как вот здесь вот сделать? Ага, почему-то сейчас сделал. Само по себе, как захочет, не пойму. Так, лазер, блин, задел броню.
Слушайте, а почему именно в корпус? Значит, мина для ног. Ух! А лазер на корпус действует. Как-то так получается. Ну да, такой довольно прикольный раннер. Ничего не могу сказать против. Что это? Что это? Что это там такое? Что? Как мне здесь? О! Чудом просто. Ну, брони у меня совсем мало осталось. Буквально по одной единичке. Обижать еще фиг... Неужели я добежал? Это у нас уже пятый этаж. Ну, по идее, я добежал. Вы должны мне что-то дать за это. Договор дороже денег. Так, продолжить. Нет доступных апгрейдов. Но зато у нас пятый этаж. Побежали. Ух. Так, 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 лазер, лазер. Поджарил меня все-таки. А ключ это... А, нет, у меня был ключ? Откуда у меня ключ-то? Я же вроде не брал. Смотрите, тут какие-то знаки предупредительные, что типа... Оу! Второй шанс реанимировать. Нет, пожалуй, мы не будем этого делать. Давайте-ка лучше мы посмотрим. Продолжить. Так, забрать. Забрали. Вот у нас бустер-пак. Откроем его, посмотрим, что из него нам выпадет. Так, эффектность. Улучшена двойная награда и детектор замены. А здесь... Ёлки-палки. Офигеть, сколько всяких тут апгрейдов дают, блин. О, апгрейд брони. Ячейка. Ага, видимо, она закрыта, ее нужно покупать. Скорее всего, так. Что у меня стоит? Для чего стоит все это? Я вот, например, не... Рерол. Что за рерол найти, блин? Перезарядка 30 секунд. Ну, трюки-то понятно все это. В общем, вот так вот, ребят, как-то это все дело получается. Это вам не просто так бегать. Тут еще нужно всякие апгрейды делать. Причем не абы что, а именно нужные. Ё-моё, две мины. Ключ, ключ. Подобрали. Да чтоб тебе так... Напоролся на какой-то лазер, а? Фигов. Ладно. Нет, ребят, если будет время у меня, конечно, я не буду так сильно загружен, мы, конечно, обязательно с вами поиграем еще в эту игру. Ну, а на этом броня разряжена. И, наверное, если мы сейчас погибнем, будем завершать, как говорится, этот коротенький такой обзорчик этой игры. Оу, щит! Зашибись. В общем, ребята, как-то так. Ну, а вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих роликах. Если вам понравилось, то ставим лайк. Пишем в комментариях свое мнение. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до скорых встреч.